Тверские поисковики нашли обломки еще одного самолета времен Великой Отечественной войны. Это знаменитый пикирующий бомбардировщик Пе-2. Информация о месте падения была получена от местных жителей. Фрагменты машины смогли обнаружить в Лихославльском районе после третьего выхода. Сначала попадались только мелкие фрагменты, однако затем пошли и более крупные детали. На данный момент известно, что Петляков разбился летом 1942 года рядом с деревней Залазино. Удалось установить также фамилию членов экипажа. Предположительно, это экипаж: пилот Василий Голубев, стрелок-бомбардир Шаповалов Антон и стрелок и воздушный пилот Чурсин Павел.